27 часов. У нас у всех было возможности кушать, пить чисто вся кошерная еда, из начала до конца. И как вы заметили, я надеюсь, было не так тяжело, не так трудно и даже может быть вкусно. Вы можете у себя дома делать не хуже, даже вкуснее, чем вы кушали в этот шаббат. Если вы приняли решение кашировать ваши кухни, ваш дом, я здесь для вас, позвоните, сообщите, назначим время, я к вам приду домой, будем кашировать ваши кухни. И все делим, что ваш дом будет кошерно, полезно. И вы увидите с Божьей помощью счастье, здоровье от ваших детей, потомков до 120 лет. Шавуа тов, спасибо всем!